Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить NFS 4 на первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами завершили гоночку на выживание на BMW-шечке Z3, достаточно комфортненько. Ну а сейчас мы устроим перезаезд чемпионата Дюрхамрод. На корвете. Это называется «Чё вижу, то и говорю». Заодно у нас бабок как бы нету. Ну или мало, можно так сказать. И мы сейчас вот этим перезаездом закроем наш золотой фонд. Вот. И заодно поднимем бабосиков для следующего чемпионата. Там у нас, ох, три тачки, да таких дорогущих. Porsche, Ferrari и Диаблуха. Ну, будем надеяться, что перезаезд нам удастся лучше. Вот, будем стараться. Гораздо лучше. Ну, в прошлый раз у нас тут, во-первых, корвет был не с самого начала, скажем так, прокачанный. Еще и по ходу гонки его качали. А сейчас у нас самой первой гонки наилучшая конфигурация. И поэтому есть возможность задать жару. Так, кто это? Это Егорка, да? Главное еще определиться с лидерами. Ох ты, гад, а! Ну, ё-моё, еще и... Еще шкивает, ё-моё. Так, это еще ты куда лезешь? Кто ты вообще такой и такая? Понятно. Иди вон там, вон, понюхай моих выхлопных газов. Реки две выхлопных трубы у меня мощных. Так что это... Все хорошо. Оп. Так, лучше их, блин, не задевать, как я уже говорил. Потому что они потом обижаются, начинают преследовать, начинают пихаться и портить нам всячески жизнь. Так, на третьем месте. Ого! Вот это прыжок. Красавчик. А вот они. Оба здесь. Так, это был... Кто-то был. Егор, по-моему. А вот это Гриня, по-моему, впереди. Имена, конечно, у них тут странные, но я уже говорил об этом. Переводчики наши уже тут понаписали вот эти вот, ну, в общем, Гриши, Пети, Васи, Кузи. Это, я не знаю, кто это такие, может, это они сами и есть. Ну, а чё, пацаны какие-то взялись перевести. Я думаю, да давайте-ка мы вместо... буржуйских всяких имен мы сюда себя впишем. Ах ты, тихо, тихо, Гриня, Гриня, ты там тише будь. Ох, музычка какая четкая заиграла, вообще огонь. Так, главное его сейчас не пустить. Все хорошо идет, но, блин, висит прямо на заднем спойлере, гад. Чуть-чуть осталось. Ах ты, сволочь такое. Блин! Опять перед самым финишем. Ё-моё. А, ну все-таки на втором месте. Это хорошо. Я уже думал, все там закрутило. И сейчас опять обгонят пол пелетона. Ну, по-моему, в прошлый раз мы также здесь вторыми финишировали. Пока ничего не изменилось. Да, Гриня первый. Главное тут вычленить основного соперника. О, смотрите, у меня, по-моему, там лучший круг зато был. 1.38. Ну-ка. А, нет, топ-тайм. А, у меня же здесь и так лучшее время. На Z3 вообще самое лучшее, самое быстрое. Я топ-тайм.
топ-пилот. Так, дальше у нас Ландштрассе. Ну, Ландштрассе попроще должна быть. Ой, подождем. Подождем. Не сильно, как я уже говорил, отличается, но все-таки дает такой. Такой минусик. Кстати. Кстати, мне один из подписчиков тут писал, что у Корвета правый руль. Но ты погляди сейчас. Кстати, вот я и непосредски тут тоже поехал. Ну, в принципе, да, скорость выше. Все-таки, чем в срезке. Но не всегда получается там в этой по трассе проехать. В общем, когда успеваешь сообразить, что... Еще борьба бывает идет на трассе, поэтому иногда получается лучше по срезке дернуть, иногда по трассе. В общем, все зависит от конкретной ситуации на трассе. Вот. А насчет этого самого... Ну, места водительского, ё-моё, что-то я слова уже начинаю забывать. Руль-то, смотрите, сейчас слева у нас. Я тогда глянул, когда мне в комментариях написали, точно. Тоже обратил внимание, смотрю, справа руль. А сейчас вот, смотрите, слева. То есть у нас механики вообще здравые. Раз перед гонкой перебросили руль на другую сторону, и все нормально. А что там? Он же на присосках. Хлоп, его только отодрали и на другую сторону, на панель присолюнили. Так, ну в этом надо будет разобраться. Так, это Егорка опять. Смотрите, тут Кузя что-то не это. Ага, а вот этот вот Ариец этот вот, который сейчас впереди у нас написан. Это Гриша. Сейчас лидирует, поэтому его надо по-любому делать, и желательно, чтобы его еще... Ах ты, гад! Смотрите, смотрите, как его повело! Ху-ху. А, ну, жив еще, курилка. Желательно, чтобы его еще и Егорка вот прошил бы. Что чувствую, опять, блин, борьба будет плотнейшая. На самом деле, знаете, что мне кажется? Здесь игра, она... отображает, ну вот вы видели, о, вот видели, сейчас меня чуть повело, и вырулить на трассе невозможно было. Ну, сейчас по срезочке так нормально получилось газануть. Короче, игра тут очень бережно относится к автомобильным таким особенностям в странах. То есть, если это у нас Англия, то у нас в милях скорость, там, в США тоже в милях. Так что и руль, соответственно, наверное, меняется. Так что мне кажется, что левый и правый руль, это также зависит от того, в какой стране мы едем. Вот что я думаю. Ну, не знаю. Кто что думает, в комментариях пишите. Вон, видите, рулем-то орудует слева мужик. А, кстати, еще вот, так как мы сейчас через заднее стекло видим весь салон практически. О, видали? Слева мужик сидит. Наш пафосный мажорчик. В отличие от Gran Turismo-то, здесь все, салон смоделирован, все видно. Тоже такой. Ну, плюс не плюс. Он, конечно, такой плюс. Достаточно спорный, потому что вида из салона, из-за руля вообще все равно тут нету. Поэтому... Ну, поэтому это так. Чисто эстетическое такое зрелище. Прикольно на Чеврика на этого посмотреть. Вот как он там за рулем сидит. Пафосно крутит баранкой. Так. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Вроде лидируем. Достаточно уверенно. Ха! Получи! Гриня.
ответный удар. Блин, если бы его еще там прошел бы... Да, его Кузя прошел, смотрите. Кузя, ты мой лучший друг. Вообще красавчик. Так что мы сейчас еще и впереди будем Гришки. Вообще огонь. Я, по-моему, тут еще в этом чемпионате ни разу не лидировал. Ну да. Прекрасно. Ух ты, здесь за победу, гляньте, 12 тысяч дают. Четко. Не, боссов мы должны поднять. Если, конечно, выиграем. Хотя, даже если не выиграем, тут, если за третье место сотку нам тогда дали, за первое, в принципе, дают 110. Тут... Не, ну, конечно, надо выиграть все равно. Настройка идет на победу. И мы впервые захватили лидерство в чемпионате. Скудер лидирует. Скрестите пальчики, ребятки. Так, ну что, стартуем с пола. А, поехали, Celtic Ruins. Ой, блин, Celtic Ruins. Это вообще, я тогда помню. В общем, сложная трасса. Еще и ночью. Нехорошо на такой мощной тачке. Это опасно, опасно. Надо быть предельно точным, внимательным. Такие есть зигзуги, зигзаги. О, видите, в милях сейчас скорость. Соответственно, можно сделать вывод, что Celtic Ruins это... Ну, Англия, наверное. Это... Не, может и Штаты, конечно. Ну, хотя вряд ли. В Штатах вот таких вот брусчаток нету. Таких вот... Да и руин-то таких нету. Откуда вообще... Ох, вот здесь помните, как я впилился? А, прямо аж... Мимо проезжаем этой арки, и руки дрожат. Короче, кельты. Руины кельтов же трасса называется. Какие кельты могут быть в Штатах, ё-моё. Да ну нафиг! Да чтоб тебя, а! Ну вот это вот просто опять начинается, что в начале каждого круга обязательно надо впилиться. Пошел вон! Кто ты там есть? Кузьма. Сейчас и Кузя для нас соперник. В принципе, он идет на третьем месте. Гриша-то все равно. Блин, какой настырный, а. Так. А, нет, что-то я гоню. Это не Кузя нас атаковал. Кузя-то впереди. Он же показывает, кто впереди. Так, а Кузя лидирует, значит, да? Опять он лучший. Ну, в принципе, пока можно и Кузю вперед пустить. Сейчас наш основной соперник это Гриня. Все равно он идет на втором месте и всего 2 очка уступает. По-моему, так. You're in first place. It's the final lap. Спасибо, мужик. Особенно приятно было слышать, что I am in the first place. Надеюсь, это так все и останется. Так. Кузя, Кузя подотстал, это хорошо. Ну, блин, стоит сейчас мне опять куда-нибудь впендюриться. И все. Это прям мне напоминает наше прохождение там чемпионата в Гран-Туризмо, когда очки дают, и ты там высчитываешь, кого же выгоднее там соперники взять. Да а, у меня просто слов нет. Это реально дернулась рука. Просто кошмар. Так все было четко. Блин, уже машина искрит даже. Полкруга осталось. А, как ножом по сердцу. Так, это кто? Вот, Гриня, Гриня. Вот, кстати, его главное обогнать. Хрен с ним, даже с Кузей. Пока Гриня основной соперник. Вот так даже, в принципе, можно финишировать. Хотя тут и Кузя не так далеко. Главное, чтобы не бортался. Пошел вон, Кузек. Иди погрызи чипсы, Кузя, или как они там, кукурузные палочки. Так.
Так, ну где финиш-то? Где финиш? Уже ж должен быть где-то тут уже. Давайте, давайте там. Кто-нибудь начертить его поближе. Полосочки эти. Кстати, слышите, музыка тоже, магнитолка-то выключилась. Очень напряженная гонка. Да. Вы гляньте, какой напряг. Это, блин, мы еще только на корветах едем. Корвет полностью прокачанный, и я еле-еле справляюсь. Ну, блин, правда, конечно, два раза так впендюрится. Еще и топ-тайм. Еще и на третье место, ого. Еще и круг достаточно неплохой. С двумя-то такими. Ого, 6000 на ремонт. Ну, блин, здесь деньги уже дают серьезные, конечно. Это хорошо. О, Киндиак Парк. Отражение назад. Прям уже не жалеют нас. О, видали? Здесь опять руль слева. Короче, реально это зависит чисто. Да-да, руль слева. Зависит от трассы, я был прав. Ага. Вот так вот. Так что кто там высказывал свое фи? Это все не китайская подделка, это все разработчики тут. Чтобы не обидно было. Ну, тем, кто с Англии, например. Англичане, они же наоборот думают, что все ненормальные во всем мире ездят на левом руле. Да что такое-то, а? Да ты, куда тебя несет? Как на лыжах просто. Короче, пора уже привыкнуть. В начале гонки следует просто косячина какой-то. Чтобы не так все легко было и гладко. Так, а здесь смотрите, как Гринёк в лидерах. Ну это хорошо, они там друг у друга очки тоже отбирают. И это нам на руку, что когда преследователей больше, они друг с другом борются. Это прям отлично. Хотя я вот сейчас еду, я реально еду аккуратнее. Я стараюсь ехать аккуратнее, чем в прошлый наш заезд. Я сейчас тормоза использую чуть больше. Я... Ой, ну газ там где-то приотпускаю. По инерции хожу в поворот. Хотя, ну сложно это реально делать в Need for Speed. Ну прям... Палец так и давит гашетку на полную. Потому что это как-то неестественно в Need for Speed, да? Тормозить там, правильно входить в повороты. Что в Need for Speed? Газ в пол и погнали! Ну нет. Мы уже говорили, что этот Need for Speed, он посерьезнее немножечко. First place, хорошо. Главное не закосячиться. Киндиак Парк — это одна из моих любимых трасс, поэтому... Здесь, конечно, будет закосячиться полный зашквар. И вообще, дорога эта наша родная, приморская, поэтому мы должны сдюжить. Родные стены помогают, как говорится. И магнитола не тупит сейчас в этой гонке. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, по-моему, это первый косяк же был. Можно было чистую гонку проехать, бонус получить. Да ладно. Тут уж не до бонусов. Тут чемпионат выиграть, и будет такой бонус, что мало не покажется. Вот вам. Дорожные службы пускай тоже поработают. Пацанам же тоже деньги нужны. Пускай знаки меняют, травку высаживают новую. Похулиганим немножечко. Так, ну все, осталось
совсем чуть-чуть. Ребята. Ребята. ДТМ рулит. Фу. Ах ты, лучший круг-то, смотрите-ка, у Егорка пришел вообще второй, вы гляньте-ка. Ого. Что-то я даже не понял, а где там Гриня был. Оу, да. На своей любимой трассе я побил лучший... А, не, не лучший круг, лучшее время общее, да? Лучший круг пока еще за DB7. Нормально. 1.47. Ну, уже близко. Смотрите, как они... У них там плотно идет борьба. Кузя на втором, да? Гриня, Егор. Ну, Кузя на второе место вырвался. Ну, отрыв-то уже какой. Ха-ха-ха. Ладно, тихо. Вслух не произносим. Произносим. Еще две трассы. Еще все-все может быть. Мало ли что. Так, а что там за трасса-то была? Дюрхам Роуд? Нет? Рута Донф, вот что это. Блин, и опять дождь. Дождливая Германия. Да, и опять руль слева. Ну, механики, конечно, молодцы, слушайте. Раз перед гонкой рулек перекинуть, перебросить. Красавчики. Вообще надо руль посередине делать, чтобы никого не обижать. Тогда не придется ничего никуда перебрасывать. Просто руль посередине. Такая абсолютная толерантность ко всем. Как во всем мире сейчас. Все толерантны друг к другу. И сделать руль еще такой полосатый какой-нибудь. Такой черно-белый там, да? Ну, чтобы не обидно никому было. В полосочку. Вы поняли, что мне. А, успокаивающая музыка играет. Просто спокойно едем в деревню к бабушке. Погостить. На недельку до второго. Прямо такая атмосфера. Почти волшебная. Ого. Нифига себе прыжки. Ё-моё. Так, аккуратней в городе. Город это вообще самое такое гиблое место здесь. Тихо. Уже вечереет. Огни зажглись. Блин, красота. Так. Церквушка там. На вечернюю молитву зовет. Блин, я вот не помню, но вот... Так, ништяк, я рад. Вот, конечно, в четвертой части музло просто обалденное. У меня даже на компе просто есть саундтрек с этой части. Я его регулярно... Ай-яй-яй! Вот этого прям чистая гонка была. В общем, саундтрек я его регулярно слушаю. В основном тут треки Ромоло Ди Приско. А... Вот я не помню, в пятой... В пятой музыку не помню. Она как-то не так сильно въелась. Там, по-моему, не настолько классная музыка. Не настолько четкий саундтрек. Я только помню, что в меню примерно какие треки играют. Там... разные эры, когда то разная музыка там в первой эре, там в 50-е вообще не какая-то классика там или какой-то блюз там играет, джаз там, что-то такое. Вот там в средней эре 70-е там что-то такое побыстрее играет уже с примесью там, по-моему, какой-то электроники, а в модерновой эре уже чисто электруха лупит, по-моему, что-то такое. Вот примерно те треки помню. А вот что на трассе играет, что-то вообще как-то не... в памяти не осталось. Ну, видимо, не такие там крутые треки. Хотя здесь вот в четвертой части здесь даже Junkie XL есть, а он
и в последующих частях Need for Speed, даже вот в Underground он был. То есть здесь, ну, такие есть, ну, саунды тех, кто завсегдатаями стал серии, как бы. А вот Ромоло Ди Приско почему-то потом перестал писать. Ох, ребята, ребята, блин, еще одна победа. Офигеть. Так, Кузьма опять второй пришел. Он чисто выходит на первый план по соперничеству с нами. Так, так, ну. Просто топ-тайм. О, лучшая. Ну, это еще ладно. Вот, на корвете сейчас. Пока что это лучшая наша машина. Ха, даже CLK уделали на четвертом месте. Эх, чуть-чуть, смотрите, совсем покоцал тачку. О, все, бухта дельфина. Вы видели, какая разница у нас по очкам? 13 очков. Все, можно вообще сниматься нафиг с гонки, не ехать ее. Ну, это я так шучу, конечно. Но даже если приедем последними, чемпионат уже наш. Блин. Не, ну я реально рад. Прям четко. Хорошая трасса, тоже красивая. Бухта дельфина. Dolphin Cove. Тут, по идее, по брусчаточке едешь, тут джойстик должен вибрировать так. От выбоин этих. Но у меня, к сожалению, не вибрирует. Почему-то вибрация на DualShock 3, когда его к компу подключаешь, почему-то она не работает. Может, это в эмуляторе, что, не знаю. Хотя я и, по-моему, играл в игры, в что я там, Dark Souls играл, ну, уже чисто на компе, без всяких эмуляторов, на этом же джойстике. И он и там, по-моему, нифига не вибрирует. Ну, не знаю, что-то ерунда какая-то. Может, что-то настраивать надо. Может, какая-нибудь прога опять нужна. Хотя в проге вибрация работает. Кнопочку нажимаешь, проверить вибрацию, он так как начинает там дребезжать. Аж из рук выпрыгивает. Это, кстати, к вопросу... А-а-а, блин! Не, ну хочется все равно выиграть, выиграть, конечно. Нельзя косячиться, нельзя, надо аккуратно ехать. К вопросу о том, что, ну, многие задают вопрос, на каком я джойстике играю, хотя странный вопрос. У меня первое же, что написано каждому видео, это то, на каком я джойстике играю и с помощью чего вообще. Вот реально, народ описание вообще не читает к видео. Что, сложно так? О-о-о-о. А, да, ну тут тоже срезочка, но она такая, блин. Аккуратно тоже надо въезжать в нее. Вот, и это, играю я на сейчас на джойстике от PlayStation 3, подключенном компу у меня через программочку, там DS3 Tool называется. И спокойненько себе шпилюсь. Вот. Ну, это все написано в описании к видео. Каждому. До этого, да, играл на Defender и там Game Racer Turbo. Но он у меня... Ай-яй-яй. Но он у меня, короче, сломался. Сломался этот джойстик, на нем крестовина перестала работать. Но это я тоже где-то говорил еще, когда в Колин Макрей стал играть, по-моему. Первый. Сломалась крестовина, плюс стала там кнопка газа западать, ну, крестик. Собственно, та кнопка, на которую больше всего давишь. В общем, джойстик говно. Вот. Не очень хороший джойстик. Я про Defender. А джойстики от PS3 это ух, это сила. По-моему, они даже долговечнее, чем от PS4. Ну, не знаю. Это еще, конечно, проверкой временем надо пройти. Но по ощущениям в руке приятнее, конечно, джойстик от PS4, но он как-то мне кажется, там, не знаю, мне как-то кажется, что он не такой надежный почему-то. Хотя посмотрим. Так, ну что же, ребятки, все потихонечку идет к... Не хочу сглазить. Но идет именно к этому, да.
красота, блин. Ну, какая красота, а? Это первая Сонька. Первая, мать ее, Сонька. 94-го года выпуска. Железо. Смотрите, какую картинку она выдает. Ну, красиво, согласитесь. На том-то железе, которое было в распоряжении, такую картинку выдать. Да! Да, вот. Подъехали прямо на набережную, остановились. Сейчас будем тут шампанское пить. Ох, какой круг-то у меня, нифига себе. Вот это да. Просто выдал. Блин. Четко. Хотя, согласитесь, опять были варианты. Особенно по первой гонке. Первую гонку мы слили, ну, вторыми, в смысле, приехали. Ах. Ладно, давайте, вот, еще 12 тысяч. 190. Ай, за первое место, прикиньте, еще 110. У нас сейчас 300 тысяч будет. А, 300 тысяч. Ваше первое место дает вам возможность участвовать в гонках Суперкубка Корвет. 300 тысяч. Ё-моё. Есть, сделали. Перезаезд удался, я считаю. Да плюс подняли бабок. Вот, теперь у нас... Везде золото, где мы только участвовали. Ну и есть бабки теперь у нас на покупку Porsche. А, либо там, ну, чего-то еще. Ну, думаю, наверное, на Porsche поедем все-таки. Потому что на Porsche, ё-моё, мы нигде не имеем права ездить. Везде руфы какие-то, руфы. А здесь Porsche есть. В общем, ладно, это все будет в следующей серии. А сейчас я с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь на все, что есть в ссылках под этим видео. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.